принципе, можно к кирпичам добежать. Чё, не могу продвинуться? Да. Ну чё, можем кирпичом подойти, по-моему. Да. Да по-любому есть, чё он там стоит. Чё, двинулись кирпичом? Давай! Давай! Ну понятно, чуваком все. Ну что там, можно добежать? Надо, короче, к кирпичам бежать. По правой стороне. Хуй, да. Наш что там далеко? Вижу. Ушел влево, ушел, ходит влево, под елью, под елью. Вот за этими кирпичами. Давай, двигайся, прямо, 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 прямо за мной. Он в кустах. Где? Подвигайся, да, за мной, за мной, за мной, давай, там есть. Прямо, вот там, где ель, там, где ель. Там? Да, там, где ель. Под ней, под ней, под елью. Сыкер, сыкер. Под ели. Я вытягиваю руку туда. Вот, двигается, двигается. Сейчас. Двигается, ушел вправо, уходит вправо. Подбежать. Ладно. Бежишь?
этой стороны идут. Нахуй там. Около кирпичей-то. Там около кирпичей никого не видно. Ну есть, он двоих решает. Янчик, где они? Там около кирпичей? Янчик, около кирпичей? Вот там движение. Ну там я не вижу. Да, понял. Понял, да. За кирпичами, да? Все? Угу. Два человека. Да. А, ну давай подожди, пускай они подойдут, прикроем. А пусть с другой стороны обходят. В лесу! Аккуратно возле кирпичей! Давай туда! Я понял. Медленно идите вперед!